Где минимум был? Давай, втыкай. Он еще ниже был, ну ладно. Хорошо воткнул. Теперь максимум, максимум воткни. Где максимум воды? Вот он максимум. Посмотрите. А теперь отсчитай, сколько расстояния между максимумом и минимумом. В шагах. Два с половиной, значит. Назад, два с половиной. Отсюда теперь два с половиной. Что? Ну, середину отмери. Пять пополам. Ну, вот где-то здесь. Ну, вот навтыкни палку. И вот посмотрите. Есть максимум, есть минимум, и есть середина. Когда минимум, надо покупать. Но посмотрите, вот мы купили, а он минимум немножко не там поставил. Видите, вода бывает так, что отхлынула ниже, чем минимум. И если мы остались в позиции, то мы какое-то время находимся в минусе. Что надо сделать? Надо ли в этот момент продавать или нет? Или надо подождать просто следующей волны? Посмотрите, а ведь она будет. И она дойдет когда-нибудь до максимума. То есть смотрите, вот сейчас мы купили, продали. Смотрите, купили, продали. Покупаем. Не дошла до максимума. Значит, ждем следующую волну. Не дошла до максимума. Надо подождать следующую. Ну, чуть-чуть не дошла. Это наш стоп стоит. Опять не дошла. У нас там стоп-заявка. Она когда-нибудь дойдет до максимума. Так хочется получить прибыль, но волна никак не доходит даже до середины. Посмотрите, это как в жизни. Да, но не дошла до максимума. Все как в жизни. Все, кажется, уже никогда не дойдет. И мы навсегда останемся в убытках. Наш стоп не сработал. А вот. Вот она. И yes! Мы получили прибыль. Все, что надо, надо подождать. Надо просто подождать. Друзья мои, надо не волноваться, надо просто сидеть и ждать. Вот ради того, чтобы снять это... Я проехал больше 1500 километров. Сейчас я нахожусь в Норвегии на берегу, и мы ждем паром. Паром вон там, Color Line. Это наш паром, он отойдет через 4 часа. И у нас есть время для того, чтобы снять. Сейчас вот Кирилл купаться будет. Ты сейчас будешь купаться. Купаться будешь сейчас. Ты как-то часто прыгаешь. У тебя, наверное, масса другая. Дай Кириллу телефон. На, Кирилл. Прикольно, да.